Ледоход из-за потепления может пойти раньше на неделю. Такими данными располагают спасатели. Сейчас толщина льда достигает 50 сантиметров, поэтому пока эксплуатировать зеркальную поверхность рек можно. Однако специалисты государственной инспекции по маломерным судам советуют сургутянам быть бдительнее. Рыбакам и водителям снегоходов стоит тщательнее выбирать маршруты, так как местами на реке уже образовываются полыньи. Вполне возможно, что лед пойдет не на майские праздники, как это происходит из года в год, а раньше. В этом году река, по имеющей информационные данные и учитывая многолетний опыт работы на реке, в этом году где-то мы ожидаем после 20 апреля наплыв воды, прибытие уровень воды, увеличение уровня. Этой зимой зарегистрирован один случай гибели человека на реке. Мужчина ушел под лед вместе со снегоходом. Эта статистика, отмечу, втрое ниже, чем за зимние месяцы 13-14 годов. Спасатели сетуют, что наказать людей за выход на лед не могут, поэтому надеются на бдительность и разум самих югорчан. Мы